Помните, я вам сказала в последнем видео, если у меня будет какие-то по предложениям модельные... Ой, я стою на парковке. Если будет что-то связано с работой, я вам обязательно буду снимать и показывать. Итак, сегодня я вам хочу сказать, что у меня поступило предложение только уже как в другом агентстве, и они тоже хотят со мной работать, то сегодня у меня назначена встреча, и мы с вами сегодня едем. Вернее, я уже приехала, и мы сейчас пойдем работать. И если будет возможность, я вам покажу, как это бэкстейдж происходит. Итак, все, пошлите, пошлите, я уже такая радостная, мне так интересно. Это будет происходить в студии. Я уже была, я же смотрела, то вот сегодня у меня будет работа. Я взяла с собой одежду заменную. Короче, пойдемте. Как все происходило. Ну, я вообще так была. Поначалу он даже говорил: расслабься, он мне подсказывал. Это как фотограф, это он как чуть-чуть с мексиканскими генами смешанный. А, кстати, он мне еще похож на Дети шпионов, там, Кармен и Джуни, там их дядя, которого звали Мачете. Вот он мне точно, вот одно лицо очень так похож. И он мне подсказывал, как расслабиться, как там ручкой постучать пальчики, чем-то то-то-то-то-то. Потом вздохни, закрой глаза, потом открой глаза. Ну, короче, расслабься, представь музыку. Еще там музыки не хватало, чтобы я танцевала. Короче,
мне очень понравилось, пофотографировалась я. Он мне сказал, что наша встреча только будет 30 минут. Он сказал, я хочу посмотреть, как ты будешь работать на тестовой съемке, потому что сегодня была тестовая съемка. Мне очень все понравилось, это так классно. Он поначалу выставлял эти лампы такие, освещение, все. Где-то минуты 3 или 5 он настраивал все под меня, потом ставил еще дополнительные лампы, все больше и больше. Это было классно работать. Я работала с ним не полчаса, я работала больше, потому что, наверное, он понял, что я не стою как палочка, что я двигаюсь, и живые фотографии получаются. Поэтому он сказал, чтобы я уже приехала на следующей неделе, заберу свои фотографии. Если что, я вам покажу, я надеюсь, что мне дадут их достаточно. Потому что, знаете, некоторые фотографы не дают все фотографии. Это же их не работа. Но это и я, это тоже я работала. Ну ладно, все, я надеюсь, вам понравилось. Я еще до сих пор под впечатлениями. Ура! Все, всем хорошего настроения. И все, если вам понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх, лайк. И напишите свой вопрос. Можете спросить по поводу модельного, можете спросить не по поводу модельного. И всем желаю хорошего настроения. Всем пока!